Пермь отметила 72-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне парадом победы, который прошел по традиции на Октябрьской площади. После торжественного прохождения войск и военной техники на площадь вышел бессмертный полк. Пермь подключилась к этой всероссийской акции в 2013 году. Тогда в колоннах полка прошли около 5000 человек. В этом году бессмертный полк состоял из 40 000 пермяков, которые принесли фотографии своих предков в память об их подвиге. Бессмертный полк прошел от Октябрьской площади до Центральной городской эспланады и памятника героям фронта и тыла. А днем на вокзал Пермь-2 прибыл поезд победы. Праздничные мероприятия прошли во всех районах города. Центром праздника стали площадь театра и городская эспланада у монумента героям фронта и тыла. Здесь работали интерактивные площадки, звучала военная музыка, пермяков угощали горячей кашей из полевой кухни.